мы из этих двух крайних точек начинаем понимать, что значит получение, что значит отдача, сопоставляя их между собой, выбирая между ними, в анализе и синтезе между ними, мы начинаем ощущать себя, состоящими одновременно из двух этих свойств. Вот человек не является ни частью получающей, которую создал Творец, и не частью отдающей свойством самого Творца. А именно, когда он начинает составлять себя, как конструктор, собирать себя из этих двух свойств, вот тогда он себя сам, оказывается, растит. Вот как из капли семени начинает развиваться плод в утробе матери. Только у нас это движение, этот рост, он должен быть сознательным.